Всем привет, и сегодня поговорим о сигаретах под названием Sweet Smell. Вот такая вот у нас интересная пачка, интересные очень сигареты. Я такие у себя лично не встречал, мне их прислал Сергей Тоднов в посылке уже давно. Обзор его только сейчас делаю, за что ему спасибо. У нас тут Sweet Smell выбито, и вот здесь у нас написана такая буковка А. Flavored cigarettes, то есть вкусовые сигареты Colombian Blend. Они у нас ароматизированные. Делает их UTFE, как бы, ну, я думаю, всем известная компания, да, которая делает Дакоту, например. Вот тут вот тоже указан адрес производства. МРЦ у нас на апрель 2020 года составляла 120 рублей. То есть, ну, они такие достаточно дорогие, можно так сказать. 120 рублей. Значит, смотрите, как внутри все выполнено. Очень круто. Зеленый фон. Такая вот черная бумажечка. Сами сигаретки выглядят вот так. Они очень красиво выполнены. Ну, реально необычно. Зелененький такой фильтр, весь в полосочку, и там написано Sweet Smell, и у нас зеленое колечко присутствует, и при этом нет некурибельного обода. Одно кольцо перфорации у нас присутствует. Набиты они достаточно плотно, вот только небольшой провал вот здесь вот. А так в целом набивка достаточно плотная. Ароматизированы они редким ароматизатором яблока. И вот из пачки запах зеленого яблока. Причем я хочу сказать, что, ну, это все-таки не Чапман какой-то, не Корсар, там, не Харвест, да, который стоит очень дорого. Это как бы такой бюджетный все-таки вариант. Ну, как, 120 рублей это не совсем и дешево, но как бы не очень дорого. И я хочу сказать, что сам соус, этот ароматизатор, он здесь достаточно качественный. То есть, ну, прям отвращение не вызывает из пачки. Вот. Давайте закурим. Собственно, буковка А, я так понимаю, здесь обозначает Apple. Просто сейчас же запрещено писать на пачках сигарет там Cherry, там Apple, там Orange, там и прочее. Ну, Wine Grape, то есть, ну, вы понимаете. Поэтому они вот так вот решили просто буковку А написать. Есть у них также вишневая версия. Вот она. Тут у нас, как видите, C и H, то есть Cherry. Вот, но я ее не курил, она запечатанная. Возможно, есть и другие вкусы, я не знаю. Если кто знает, напишите обязательно в комментариях, какие у них еще есть варианты. Я не думаю, что их только два, наверняка есть еще и другие. Значит, что у нас из особенностей? Помимо того, что здесь нет никакой кнопки, это вообще уникальные сигареты, потому что они ароматизированы яблоком, что достаточно редко встречается. И они формата King Size, так они еще и без кнопки, понимаете? То есть, ну, это реально на сегодняшний день достаточно большая редкость. Такие, я даже не знаю, кого еще назвать, какие сигареты, чтобы яблоко было, да еще без кнопки и формат King Size. У них еще и сладенький фильтр. Причем сладость здесь не ярко выражена, не такая, как, например, в Chapman, там, в Капитан Блэк, в том же Корсар. Там прям облизываешь губы, ну, очень-очень сладко. А здесь легкая такая сладость, то есть фильтр здесь подслащенный. Сигареты очень мягкие, их очень комфортно и приятно курить. Они не раздражают слизистую. Запах у дыма яблочный, что самое главное, и вкус тоже. То есть я-то думал, тут, может быть, будет как в Aroma Rich, ну, типа, в запахе еще будет чувствоваться ароматизатор, а во вкусе нет. Но нет, вот это яблоко ощущается непосредственно и во вкусе. Сам табак в запахе не ощущается особо, а вот во вкусе есть ноты вот этого табака.
особенно они раскрываются, вот когда ты делаешь затяжку, выпускаешь дым, сладость вот это проходит на губах, и вот в послевкусии именно чувствуется сам табак. Вот, то есть, как бы эти сигареты хоть и ароматизированы, но табачности они не лишены полностью, как, например, в том же Чапмане или там о том, чем я выше там упоминал. Тлеют они средне по скорости, как вы видите. По крепости где-то 0,6 миллиграмм по ощущениям. Вот, то есть, ну, в принципе, можно еще и накуриться ими. Я угощал их своим этими сигаретами своих одногруппников, курящих, где-то, наверное, 3 человек, и все оценили их, всем они прям зашли, понравились. Вот. Ну, в том числе и мне. Так что вот как-то так. Достаточно неплохие сигареты. Интересно, если вы где-то их увидите, то возьмите, попробуйте. Я думаю, не пожалеете. Все-таки интересное у них исполнение такое. Пачка красивая, сигарета. Да еще и качество неплохое. Вот такие вот сигаретки Sweet Smell от UTF. Спасибо всем за внимание и всем пока.